Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. Мы продолжаем играть в растения против зомби герои. У нас здесь есть задание дня, ранний доступ называется. Давайте-ка зайдем и посмотрим. Классика жанра: банановый сплит против бочки с бородатыми капитанами. Будет громко. Окей, давай посмотрим. Так, мы будем драться против заразительной сальсы. Отлично. Так, будет громко, значит, говорят нам, да? Выберите карты. Ну, я думаю, что это дороговато пока для нас. Ага, вот это нормуль. В принципе, все остальное. Ага, вот здесь можно еще поменять. Вот. Ну, теперь давай смотреть, что у нас тут происходит. Так, это вытяните две карты с удовольствием. Ага, мне досталась минка и груша. Так, посмотрим, что будет делать сальса. Ничего, да? Понятно. Тут у нас кто появляется? Бородатый пират. Вот это плохо. Вот это плохо. Так, может быть... Так, секунду. Что ты делаешь, а? Минка что делает? После уничтожения наносит 2 единицы урона зомби здесь. 2 единицы урона. Так, в принципе, можно было бы, наверное, вот сюда поставить, да? А тут мы разберемся. Окей, давай так сделаем. И вот так. Погнали. Слушай, он даже ничего не стал делать, и это круто. Бамс, минус. Так, дальше что? Дальше у нас ходит пират. Бамс, нормуль. Уничтожили мы его. Наш бананчик довольный. Лежит, главное, да, среди мороженого. Такой поглаживает его. Прохлаждается, одним словом. Ну что же, мы можем с тобой поставить вот эту вот грушу. А это у нас что? Начало хода. Сила и здоровье растения удваивается. Нет, я думаю, что лучше я поставлю сюда, наверное, грушу все-таки. Смотрим. Ну, конечно, конечно, у него есть карта, которая наносит мне 3 единицы. Но у нас тут бананы, да? Вылупляются, и это хорошо. Так, он его сюда переместил. Это его дело, мы его уничтожаем. Окей. Так, что у нас дальше? Угу. Опять этот стебелек. А кого нам вызвать? Мы можем с тобой... Нет, подожди, лучше не так сделаем. Я думаю, так. При использовании корня, начало хода шаманства корня. Окей, давай вызовем его. И погнали. Но он сейчас тоже что-нибудь такое поставит. Как? Ничего абсолютно не стал выставлять. У него целая рука карт, и он почему-то ничего не стал делать. Странно, ребят, для меня вот это на самом деле. Опа-на. А вот это очень хорошо. Это очень хорошо. После уничтожения наносит 6 единиц урона зомби. Это имба. Так, теперь я поставлю, наверное, вот сюда вот стебелек этот. Ах ты, смотри, что делает. Ах ты, утырок. Он переметнулся. Ну ладно. Ладно. Сейчас он получит 3 урона в лицо. Так, у него сработал щит. И размещает 2 танцоров. Вот это, конечно, плоховато. Но ничего не поделаешь. Смотри, здесь 5-4 у него, да? Слушай, надо нам как-то очень быстро вот с этим чувачком разобраться. Только вот кем? Только вот кем? Бананом, что ли? Нет, бананом это будет... Ну, в принципе, если... Наверняка у него есть какая-нибудь карта, чтобы уничтожить моего либо банана, либо бомбу вот эту вот. Так, амфибия проводит атаку на линиях поблизости вместо своей. Амфибия, да? Слушай, нам, наверное, тогда вот так лучше поставить. Ну, давай посмотрим. Уничтожает растение. А я так и думал, друзья, я так и думал, что у него что-нибудь будет. Вот такой вот он жук. Причем никто даже не хочет трогать грушу. Понимаешь? Никто не хочет ее уничтожать. Потому что если они ее уничтожат, вместо нее появится очень крутая груша. Поверь мне. Так, ну что он сейчас будет выставлять? Он выставляет капитана. Так, одну единицу урона всем зомби наносит вот этот чувак с петардами. Вот у меня стала здесь крутая груша.
Окей. Появился еще и капитан. Ё-моё, еще один капитан, да? Ядрить тебя на корень. Что же нам тогда сделать? Так, это у нас мишень. Эволюция растений уничтожает все надгробия здесь и поблизости. Это нам не подходит. Так, что же нам сделать-то, а? Плюс один за каждое другое растение из зомби. Окей. Так, семерочку накрутили. 7-8, отлично. Не дай боже, он уничтожит мне редьку эту или кто это. Ага, окей. Так, ну тут тупо обмен. Здесь мы вскрываем капитана бородатого. И этот наносит мне атаку. Так, а у нас с тобой растение наносит бонусную атаку. Вот это, кстати, хорошо. Это нам пригодится. Ну что, кого он там будет выставлять? Давай посмотрим. Опа. Окей. Этого мы с тобой уничтожим, знаешь как? Вот таким вот образом. Просто бомбанем и все. Здесь обмена не получится, да? Значит, нам с тобой нужно как-то выкручиваться. Я могу взять сюда, например, грушу. Ну, толк от этого мало будет. Ну что, возьмем тогда банан. У меня только одна надежда, чтобы он его не уничтожил. И мы можем с тобой поставить... Так, 1+1 при использовании растения. Угу, вот так вот. Давай, ребят, смотреть, что у нас получится. Ну, естественно, естественно, наносит 3 единицы урона. Не успел, как говорится, я посадить его, как уничтожили. Так, минус один капиташка. У него карта 1, 2, 3, 4, 5 карт в руке. Ой-ой-ой-ой-ой. Оу. Слушай, а что так дерзко-то? Это уже борзота на самом деле. Пошла какая-то. В общем, этого капиташку мы с тобой должны как-то убрать отсюда. Поставим, наверное, сюда грушу. Как вот этого законтрить? Что он вообще делает? Так, охота безумия. Если растение уничтожает, вытягивает карту. Ну, давай попробуем, наверное, с тобой вот так. Тупо обмен, конечно, получается, да? Но другого варианта я не вижу. А если я еще вот так вот сделаю? Так, он уничтожит. Он 2 раза выстрелит. Я зря сюда поставил. Ребята, зря, потому что он уничтожит мне. Хотя. Сейчас посмотрим. Бам! Тут обменялись. Окей. Да, он не сделает 2-й выстрел, потому что мы его подбили. Так, давай, груша, вырастай. Отлично. Ну что, кого он сейчас на этот раз вызовет? Слушай, у него всего 2 единицы осталось здоровья. Я думаю, мы должны здесь осилить. Так, опять этот бородатый пират появился здесь. Так, малыши здесь и поблизости появляются. Что за малыши? Какие малыши? А, вот они. А что они делают? Восстанавливают 2 единицы здоровья герою. Шикарно. Так, уничтожает растение. Грушу бедную мою уничтожил. Ну, он за это и поплатился. Друзья мои, поплатился своей жизнью. В общем, победа растений. Ух ты, 100 карточек. Это солидно. Это солидно на самом деле. Так, победитель. В общем, здесь у нас ничего не вышло. Так, мы выполнили с тобой ежедневное задание. Так, скоро увидимся через 7,5 часов, да? Это у нас откат. Ну, а мы с тобой продолжаем проходить задание за зомби. И смотрим, это явно из теплицы, и у нас здесь, по ходу дела, последний уровень, да? Или наоборот, первый. Так, давай проверим. Выполнить миссию. Буду играть, опять же, за разгрома, потому что мне он нравится. И как раз против зубостизилы он самое то, что нужно. Так, убираем вот эту карту. И вот эту, конечно же. Блин. Так, давай вот здесь заменим. Окей, в принципе, рука неплохая. Есть ранняя игра. Конечно, хотелось на 1 единицу энергии кого-то получить. Но, как ты видишь, мне не дали. Так, вытягивает 2 карты. Ах ты, зубостизила. Набирает себе руку.
Слушай, а почему вот эта вот фигня не исчезла? Ребят, смотрите, она меня отвлекает. Ладно. Так, выставляем с тобой вот этого чудика. Он мне сейчас карту должен вытянуть. Окей. Так, получает урон вместо вашего героя. О, вот это хорошо, кстати. Правда, брони всего лишь 3. Ну, тем не менее. Смотри, что он сделал. Ой-ой-ой-ой, этот будет набирать обороты с каждым ходом, это плохо. Это плохо, нам нужно уничтожить как можно быстрее. Сейчас он будет 2-2. Сейчас этот чудик станет 2-2. Как мы можем его законтрить? В принципе, взять... Ух ты, у него же неуязвимость. Что-то мне подсказывает, что у этого чудика есть карта уничтожения надгробий. Проверим. Слушай, нету. Да ёпрсте, тут смотри, что он тут. Так, давай атакуем, короче, вот это вот. Энергии у нас нету, так что поехали. И этот еще, смотри. Имеет 3 к атаке. Это нехорошо, ребята. Все равно 3 единицы урона мы получим сейчас в лицо. Грустненько, конечно, это все. Ладно, не будем расстраиваться. Что же нам сделать? Давай-ка, наверное, вот этого сюда поставим. Сколько он? 3 единицы стоит? Нет, нам не выгодно. Блин, я не вижу... Ребят, вот эта вот кнопка, она почему-то не исчезла. И я не могу понять, сколько у меня... Так, все, отлично, все нормуль. Ну что, поехали. Кого он сейчас выставит? Капусту поставил, да? И еще одну капусту. Это очень-очень странно. Ладно, этого уничтожаем. Здесь не уничтожим, к сожалению, да? Но зато Бонгчоя порвем. Бонгчоя мы с тобой сейчас уничтожим. Окей. Так, у него, смотри, 3 карты всего в руке. Ну, 4-ю сейчас получил, а у нас 5. Мы ведем пока. Так, я думаю, мы с тобой, наверное, поставим сюда вот этот вот чудик с кисточкой. Поехали, смотрим. Так, а это у нас зомби получает 2 плюс 2. Куда бы нам это лучше поставить? Я думаю, вот сюда будет оптимально. А ну-ка. Самое удивительное, что он не стал выкладывать карты. Почему? Неужели у него только магические там какие-то остались? Так. В общем, 13 здоровья у него, да? Как ты видишь. У меня все дорожки забиты, я не могу никого поставить. Он выставил горохострелы, и это очень странно. Между прочим, я могу его элементарно уничтожить. Вот таким вот образом. И опять же, сейчас он сделает броню. Ух ты, все зомби получают минус 1. Зашибись, он одной картой уничтожил мне 3 зомби, ты прикинь? Окей, давай сделаем тогда вот так. Поехали. Что-то с ним не то, ребят. Он никого не выставляет на дорожке. Ну это все, это конец ему тогда получается. Ох, нормуль. Очень, кстати, классно. Давай сюда поставим. Можно было, конечно, эволюцию сделать, но я не стал. Ну что? Так, огненный горохострел, а мы с тобой побеждаем. Бамс! На самом деле, я даже не ожидал, что будет такой вот легкий босс. Вы выиграли, конечно же, я выиграл. Мне дают 10 купонов. Так, 10 гемов. Кстати, мы можем с тобой взять и купить 2 колодушки. Хоть вы и писали, Рэй, бери классные такие колоды, ну, типа, которые дорогостоящие, да? Типа вот за 1000. Я запарюсь на них копить, друзья. Тут 10 наборов плюс 1 бонус. Легендарная карта может выпасть с шансом 10%. Хорошо, ладно, будем терпеть. Будем терпеть, а у нас следующее задание. Так, вторая миссия. Будем также играть за разгрома. И против нас травяной кулак. Кстати, травяной кулак, мне кажется, очень серьезный противник. Но не стоит его недооценивать. В принципе, рука меня устраивает. Есть и ранняя игра, да? Разведка докладывает, что травяной кулак обожает проводить изнурительные тренировки для своих бойцов.
Готовьтесь к встрече с дюжими растениями, которые станут еще сильнее. Ага, значит, тут, скорее всего, будут растения, которые с каждым ходом будут... Ну, так я и понял. Будут увеличить свою силу. Поэтому нам это все не нужно. Мы тоже будем на ранней стадии уничтожать всякий бред, который он будет выкладывать. Смотрим дальше, что он там. Так, у нас есть вот такая вот возможность выставить зомби на флейте. Так, ну что же, давай, уберем. Уберем, конечно же, его. Причем сразу же. А, нет, мы не убрали, ребят. Ошибочка вышла. Так, ну сейчас мы обмен тупо сделаем. Огненный горохострел, да, он мне тут выставил. Так, дальше. Я призову вот этого чудика. Пускай он мне вытянет карту, которая будет дешевле стоить. Ну, ё-моё, ну что ты вытянул, что это такое? Это рикошет растения. Ладно, пригодится. Так, он вызвал кактус 1.5. И еще и бонусную атаку наносит. Смотри, а, на него. Хорошо, жулик, хорошо. Он сейчас уничтожит, конечно, мне моего братюню. Так, у нас выпала амфибия. И знаешь, что я сделаю? Я, наверное, вот так вот, да? Не дай боже, у тебя сейчас какая-нибудь карта появится, которую ты... Нет, не стал ничего уничтожать мне. И это круто. Но все равно одну единицу урона я получу в лицо. Кактус минус. Окей. Вот, вот это хорошо. При появлении зомби получает плюс 2, плюс 2. Погоди, нам вначале нужно с тобой хорошенько тут расставить, да? Наших, так сказать, элитных бойцов. Так, неуязвимость. Опа. А в ответ мы ничего не получили, никакого урона. А он получает уже 17 хп. Мы ему оставили. Теперь, я думаю, пора вот этого призвать и амфибию поставить. О! Ну, какие там у него планы? Так, плюс 2, да? Ну, давай сюда поставим. Сделаем тупо обмен. Он горохострела потеряет огненного, а я потеряю вот этого вот чувачка. Слушай, 7 хп осталось. Всего лишь 7. То есть еще одна отличная атака, и ему, естественно, ребята, будет кранты. Так, эволюция. Ну что, красота. Неописуемая у нас получается здесь. Так, еще вытягиваем хиллера себе. Ну, кого он там будет? Никого не стал выставлять, ребят. Ну, соответственно, он сейчас и продует. Вытягивает всего лишь 2 карты. А мы ему сейчас в лицо, ты прикинь, 6. И вот этот добивает. Все. Бонг Чой здесь, к сожалению, ну, оплошал. Не получилось у него выиграть меня. Ну, я еще раз повторю, ребята, это ранняя игра. Поэтому здесь как бы все намного проще. Где-то на 50-й миссии все совсем станет по-другому. Ну что, поехали. Дальше будем драться за разгрома. Или, может быть, взять кого-нибудь другого. Например, супермозга. Так, можно посмотреть колодочку. Колода так себе, если честно. Ну, делать нечего. Давай попробуем сыграть. Может быть, нам повезет и за супермозга. Так, остановите ее. Мозги. Хрум, ням. Короче. А почему показали, как будто сейчас будет босс у нас? Что-то я не понял. Зубостизилы, это, конечно, блин, плохо, ребят. Вот здесь вот я замену сделаю. О-хо-хо-хо-хо. Чё ж так, это у нас кто? Это у нас амфибия. Ставим сюда. Зубостизила, значит. Так, уничтожает. Ну, естественно, естественно. Ничего другого я даже не ожидал. Сразу же, просто с лету взяла и съела моего маленького зомби-амфибию. Ладно, а мы с вами будем выставлять тогда вот... Так. Он сейчас может уничтожить надгробие. Нет, не стал. Хорошо, тут тупо обмен будет. Сам понимаешь, да? 2-3-3-2. Обменялись. Так, у нас идет пока с ним все на равных по картам. Вызываем с тобой чувачка с кровожадностью. Кто не знает, что такое кровожадность, ребята, это если мы с тобой попадем по грибу, да, у которого даже будет больше здоровья, чем у моего зомби, мы его сразу уничтожаем.
Так, а вот его, конечно, прочерк. Прочерк — это когда простреливает и зомби, и моего главного героя. Так, антигерой получает дополнительную атаку, если на этой линии не стоит никакое растение. Так, ну что, давай. Ай! Еще и тянет две карты. У него добор есть. Прикинь, у него есть добор. И это плохо. Так, я могу, наверное, знаешь, что сделать? Бонусную атаку. Слушай, давай действительно сделаем с тобой бонусную атаку. Знаешь почему? Потому что мы сразу еще 4 в лицо ему сейчас накатим. То есть 2 единицы и еще 4. Отлично. Так, это у нас что за... Воу, я хочу вот этого вот выставить. На вертолетике зомби. Так, опять вытягиваю 2 карты. Он добором занимается. Почему? Что не так у него с колодой там? Что он там все выискивает, вынюхивает? Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Плохо. 8, да? 8 хп остается всего лишь у зубостизилы. Он наносит... Ай-яй-яй. Смотри, что сделал. Хитро. Хитро. Мы можем... Вот. Вот так вот мы с тобой сделаем. Я вначале хотел вызвать астронавта, но если у нас есть вертолетик, почему бы не воспользоваться, да? Все? А, он еще и усиливает. Ты посмотри, что делает, а? Хорошо, хорошо. Это он хочет, чтобы мы сделали обменом здесь. Как пожелаете. Сейчас мы с тобой обменяемся. Только вот кого мне теперь ставить? Хм. Давай, наверное, вот этого сюда влепим, да? И синтез. Вот так вот. 2 единицы у нас еще остается с тобой энергии. Так, он вызывает вот этот вот колокольчик, да? Фиг с ним. Прикрывается, короче, ребята, он этим колокольчиком. У него всего сколько там? 4 хп остается, да? Но ты не забывай, что у него сейчас любая моя атака по нему, он врубит защиту. Вот так с тобой сделаем. Вот у него сработала защита. Вытягивает опять 2 карты, у него добор. Блин, это плохо, потому что у него 8 энергии. Что он сейчас сделает? Ставит прочерк. Так, слушай, мне это не... Смотри, как он тут закупорился, а? Ну что же, мы тогда с тобой сделаем, знаешь что? Кровожадность повесим, чтобы этому охламону тоже здесь, как говорится, было не... Не сладко, мы его уничтожим. Так, окей. 3 хпшки у него всего остается. И тут мы тупо обмениваемся, да ведь? Ладно. Проблема только в одном, ребята. У меня осталось всего лишь 3 карты. И они все магические. Как нам быть? Так, это дает перемещение зомби. Слушай, так я лучше перемещу зомби. Согласись. Вот сюда, вот, предположим, да? Окей. А сюда я поставлю зомби-астронавта. И что это у нас? Превращение зомби в случайного зомби, который стоит на 1 энергию дороже. Ну-ка, давай посмотрим, что нам здесь может... Ага, еще и неуязвимость. Плюс 2 на этом ходу при использовании зомби здесь. Это чтобы наверняка уже, ребят. Ну-ка. Пам, все, ребят. Все, кранты. Зубы скизили. Ничегошеньки она сделать не успела. И мы с тобой выиграем. То бишь, супермозг тоже довольно неплохой. Ну, опять же, все зависит, какие у тебя, ребят, карты в руке. Так, давай мы, наверное, возьмем с тобой обратно нашего этого разгрома. Нет, можно было бы, конечно, сыграть за Сальсу. Но, понимаешь, дело в том, что у меня нету хороших карт для этой колоды. Ну, нет и все. Можно, конечно, навскидочку рискнуть. Давай попробуем. Но я почему-то не уверен, что мы здесь с тобой сможем выиграть. Так, выполнить эту миссию. Ой, тем более против Розы. Ё-просоте. Тем более против Розы. Зашибись. Меняем. Обалдеть, 2 карамельки. Да ну, серьезно что ли? Офигеть, у меня рука.
Роза всегда путается под ногами у зомби. Она любит контролировать все поле боя. Она будет защищать своих членов команды, замораживая и откидывая ваших зомби. Ах да, и еще превращая их в козлов. Удачи! Зашибись. Начало приема — превращение в случайного зомби, который стоит 2 или меньше. Окей, давай посмотрим. Она сейчас уничтожит, да? Нет, не стала трогать. Хм. Кто тут у нас? Да. Вот об этом я тебе и говорил, что у Сальцы, ну, как-то вообще с рукой очень все плохо. У меня даже не хватает энергии, чтобы выставить какого-нибудь зомби. О, уничтожение. Понятно. Ну что, давай вызовем танцоров двух. Окей, сюда поставили, да? И вот так вот сделаем с тобой. Так, и немножечко похилялись. Так, грубо говоря, одного мы уберем. Тут фасолька, но эта фасолька ничего не делает, просто атакует. Причем, как ты видишь, у нее здоровья не очень много. Давай-ка мы с тобой вызовем вот этого малютку. Так. Да ее простоты, он свой этот. Это не кактус, а как его там. Вот так мы сделаем. Упс. Все. Четенько. Так, подожди, а почему это у нее два... Она восстанавливает себе здоровье, да? Вот это хламонка. Дают мне еще одного танцора. Ладно, выставим. И у меня есть конфетки. Надо их, эти конфетки как-то реализовывать. Что они делают? Зомби получает плюс 3 к атаке и плюс 1 к хп. Окей. Наверное, вот сюда поставим, да? 4-2. Тут обмен. Тут мы не добьем с тобой, к сожалению. Ну, у нее всего сколько там? Две карты. А у нас тоже две карты. Но зато я могу теперь поставить вот этого зомби, у которого 5-5. 5 атаки, 5 хп. А у него заморозка. Ты посмотри, что делает, а? Вытягивает карту еще при этом, да, ведь? Нет? Просто тупо заморозка. Окей. 4 в лицо в любом случае он получит. Да. Так, слушай, отхил идет. У нее почему? Вот этот что ли отхилит? Или кто? Наносит 1 единицу урона растению. У растения 0 во время этого хода. Окей. Так, и у нас есть еще вот этот вот чудик в надгробии. Окей, я практически все карты, ребята, растратил. Остается у меня только лишь карамелька вот эта вот. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Он заморозку делает. Он вытягивает. У нее, смотри, все вот эти вот магические приемы, да, на вытягивание карты идет. Это плохо для меня, потому что у нее идет офигенный добор в руку. У меня-то нет такого. Давай выставим чудика с кукушкой. Так, тут. Опачки. А хо-хо, не хо-хо. А ну-ка давай. Вот так вот. Погнали. Так, 9 хп всего лишь остается. Ну, Сальца, не подведи меня, пожалуйста. Не подведи, умоляю. Так, эволюция зомби наносит 2 единицы урона всем растениям. Урона всем растениям? А, ну да, растениям, ребята. Слушай, а стоит ли нам... Может быть, его пока не стоит вызывать. Я поэкономлю, ребят. Он никого не стал вызывать, а в чем проблема-то? Эй! Превращает в коза. Ты прикинь! А меня предупреждали. А меня об этом предупреждали. Так, 4 в лицо, плюс еще 1 единица урона. 4 хп в общей сложности у этой розочки. Ох ты! Танцор, который... Ну, у нас все заняты здесь, да, дорожки, поэтому... Никакой подтанцовки, к сожалению, мы с тобой не получим. И все. Вызвал просто колокольчик. Но это ты зря, Розочка. Это ты зря, потому что ты проигрываешь. Да. Всего лишь колокольчик. Ну, что-то вообще у нее там, видимо, туго с картами было. Ну, а мы с тобой продвигаемся дальше. И у нас здесь будет босс.
Я больше чем уверен, что нам придется здесь сыграть лучше за разгрома. От греха подальше. Возьмем именно его. Так, я хотел разгрома взять же. Так. Выбираем. Так, отлично. Ну что же, погнали, выполняем миссию против зубостезилы. Мы с тобой опять деремся. И сейчас должен быть какой-нибудь... Нет, даже без комикса. Странно. В принципе, рука меня вполне устраивает, поэтому я оставлю ее. Внимание на старт, побей босса. А почему не сажай? Зубостезила начинает игру с плюс 5 единиц здоровья. Разве это честно? Конечно, нет. Но вы с вашими зомби просто обязаны победить. А как будто у меня есть выбор. У нее 25 хп. Опять вытягивает карты. У нее все на добор, а? Ладно, мы с тобой вызовем, знаешь что? Вот этого сейчас. До исторического зомби. Наверное, да, нам лучше поставить. Вот сюда вот. Посмотрим, какой ответ будет. Ага. Огненный горохострел, это плохо. Так, у нас-то здоровье меньше, чем у зубостезилы. Что я могу сделать? Могу сделать вот так. Уничтожит, да, сейчас мне этот колизей? Слушай, нет, не уничтожает. Ой-ой-ой-ой-ой, колокольчик, отвали! Блин, это плохо. Это плохо, друзья мои, что вот так вот капуста. Капуста-то с какого перепуга получила, блин. Так, ладно, давай уничтожим. Окей. И давай вот сюда вот тоже, наверное, бомбанем. А, это не тот призрак. Ёлки-палки. Это зомби-призрак. А я думал, что это вот этот такой призрак, который будет наносить урон. Так. Прочерк, да? Грибок с прочерком появился. Окей. Вот гаденыш что творит, а? У меня 12 хп всего лишь осталось. Что мы можем с тобой сделать? Мы можем выставить вот этого, да? И шаром задавить капусту. Я думаю, это будет оптимально для меня. Окей. Так, что он выставит сейчас? Или... Растение... Ох, ё-моё, ну, понятно. Это плохо, на самом-то деле. Эх, ядрёно, вот, что же нам замутить-то, а? Так, давай вот этого уничтожим, да? И вот этого, бонг-чой. Вот таким вот образом. Ну, по крайней мере, мы с тобой нанесем ему 4... А, он там возьмет карту сейчас еще. Ничего мы здесь не возьмем с тобой, к сожалению. Плюс 4 единицы. Он и себе восстановил здоровье, и этому грибу, ты прикинь. Так, единственная надежда это... Так, все зомби получают 2 плюс 2. Блин. Как быть-то, а? Давай так. Да иди ты в пень, блин, ё-моё. Он взял, поставил этот прочерк, смотри. Так, что у нас тут? Безумие. Да куда мне это безумие? Мне сейчас некуда его ставить. 2 единицы, ребята, всего лишь у нас осталось. То есть я могу сказать тебе одно. Мы с тобой проиграли. Спросишь, почему? Потому что здесь прочерк. Я даже сюда поставлю вот этого. Он прострелит просто насквозь, понимаешь? Единственное, конечно, если я буду первым ходить, а я не буду первым ходить, так ведь? Ведь не буду же я первым ходить. По-моему, нет. А, нет. Блин, все равно пробил. Я думал, что если мы на него повесим проклятие, и он погибнет, он не сможет стрельнуть, но он стрельнул. Так. Зубостезила. Это, конечно, ребят, раздражает меня. Фига он, у него там карт с прочерком сколько. Давай попробуем немножко по-другому сыграть. Может быть, на этот раз нам повезет. Вот, уже лучше. Уже лучше, ранняя игра у нас с тобой есть. Поэтому поехали. Это мы все читали, нам это неинтересно. Так, начинаем, вытягиваем карты. Он потому что доборы делал, ты понимаешь? Каждый раз делал добор. Теперь нам пора с тобой делать вот эти вот доборы.
Так, окей. Это становится 2-2. Я знаю. Мы с тобой сделаем вот так. И оставим еще одну магию для того, чтобы раздавить этого гороха. Твою же налево, он взял еще одного выставил. Ух-ух-ух-ух. Давай этого уничтожим. Так, этот теперь будет усиливаться, господи. Не одно, то другое. У него тоже очень много вот таких слабеньких карт, которые он может на ранней стадии игры выкладывать. Окей. Что он там? Ладно, это терпим, ребят. Ставим тогда вот сюда. Вытягиваем карту. И вот этот вот мы с тобой раздаем. Если он сейчас, конечно, кого-нибудь не поставит с прочерком. Чего? Опять, ё-моё. Ну ты посмотри, что делает. Так, 4 единицы здоровья восстановил себе, да? Давай вот этого, наверное, мы с тобой уберем. Здесь у нас пойдет тупо обмен. Вот с этим. А, нет, тут мы уничтожим колокольчик. Вот тут у нас будет обмен. Но зато бонг-чуя здесь, по крайней мере, не будет. Так. Окей. Вроде бы дела у нас налаживаются, я смотрю. Так, что этот у нас делает? При появлении растения получает минус 2. Что-то как-то странное. Так, начало хода. Игрок за растение теряет одну энергию. Получение... О, вот это, кстати, классно. Давай. То есть разыгрывает растение, да, у него минус 1 энергия. Хе-хе. Вперед, братья мои, на. Так. Шикарно. Вытягивает две карты, у него идет добор. Ребята, смотрите, с картами у него тоже очень плохо все. Очень плохо, я тебе скажу. Так, мы можем с тобой, знаешь, что сделать? Мы хильнемся, наверное, да? Давай захиляемся маленько и все пока. Так, что он будет выставлять? Окей, окей. Так, тут обменяемся. Блин, не хотелось бы, конечно, обменом заниматься. Но другого выбора нету. Так, 3 в лицо. Отлично. Карта у нас пока нормуль. Я не могу на это жаловаться. Так, атака у нас потихонечку растет. Мы с тобой поставим, наверное, вот этого. Пускай растения там минус 2 получают. Так, кого нам лучше-то? Наверное, вот этого, да? Слушай, вот, самое оптимальное. Аэрозолька, которая уничтожает всех, у кого меньше 2. Или 2, или меньше. Так, смотри-ка, она везет как. Этот все у меня растет, крепчает. Вызываем духа. Карту. Окей, она еще и стоит дешево. Выставляем. Ребят, по-моему, тут удача на нашей стороне. Прочерк. Вот это вот плохо. Это вот плохо. Так, зомби здесь получает минус 3. Почему минус 3, когда плюс 3 должны получать? Так, тут обменяемся, да, мы тупо получается. Хотя нет. Нет, ребят, тут у нас все будет хорошо. На, на, сейчас блок сработает, конечно же, у него. Сработал блок. И он уничтожает растение. Ладно. Так, этот у меня все крепчает. Так, может быть, при использовании сверху наносит 3 единицы урона. 3 единицы урона. Поехали. Ну, я думаю, что все, ребята, ему, скорее всего... Так. Что, бонусную атаку делать или что? Ёпрасоты, нифига ты. Парнишка, ты совсем припух, я смотрю. Ах ты, он меня уничтожил здесь, да? Ладно. Мы еще сейчас с тобой получим 6 единиц урона. Прям в лицо. Но зато ему крышка. Все. Прошли мы зубостезилу с тобой. Довольно неплохо. Первая, конечно, попытка была неудачная, но в этот раз нам с тобой повезло, как ты видишь.
Чак, чак, все тут. Мы все напали, прикинь, все герои зомби напали тут. И заморозк, и балбесы. Все-таки команда — это важно. Победили. Молодцы, это точно. Команда, конечно же, в этих играх — это неотъемлемая часть. Вторжение Цитрона, ребята, у нас будет в дальнейшем, но этим мы уже с тобой займемся в следующей серии. Ну а с вами был Рэй, всем удачи и до скорого.